Здравствуйте, меня зовут Алексей Захаров. Я представляю сайт uzbu.ru и организацию СВС-2000. Мы занимаемся бывшими употреблениями и новыми ультразвуковыми сканерами. Сегодня в нашем обзоре будет УЗИ-сканер Siemens Aquason Antares. На данный момент его можно отнести к экспертному классу. У него идет монитор 19 дюймов. Он регулируется по высоте, вверх-вниз, влево-вправо, в разные стороны. Панель управления также регулируется. Вверх-вниз есть выдвижная клавиатура, три активных порта для подключения датчиков. Режим работы у него BN, CDK, энергетический доплер, импульсно-волновой, постоянно-волновой, 3D, 4D и тканевый доплер есть. Дополнительно есть для вывода информации DVD-пишущий дисковод. С правого бока USB-порты, выходы S-Video, BNC. И РГБ, если нужно продублировать на внешний монитор для пациента. Датчики доступны конвексные, линейные, внутриполосные, фазированные, микроконвексные, объемные для 3D, 4D сканирования, интраоперационные, карандашные, в общем, полный набор экспертного аппарата. Конвексный датчик от 2 до 6 МГц. Печень. Почка. Увеличиваю цветной доплер. Энергетический. Линейный датчик от 5 до 13 МГц. Сонная артерия, цветной доплер. Импульсно-волновой. Меняем программу на щитовидную железу. Еще поярче. Фазированный датчик 1,4 МГц. Цветной доплер.
заключение данного видео хотелось бы сказать то, что УЗИ-аппарат, если вы будете заказывать новый аналогичного уровня какого-нибудь китайского производителя с таким же набором функций, опций, датчиков, качества визуализации, то он будет стоить примерно в два раза дороже. А если речь идет о производителях с Запада, то в три раза, а то и еще дороже он вам обойдется. То есть получается, Акусон Антарес — это достаточно хорошая машина с хорошим набором функционала опций датчиков за свои деньги. Это бренд Siemens. Соответственно, высокое качество сборки, высокая помехозащищенность, удобство в эксплуатации, эргономичный дизайн. В общем, вполне достойный аппарат для своих денег. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Будем готовить новые видео.